вам хочу посоветовать, как бывалый. Не езжайте в те страны, да, в которых вас могут продать за деньги. Я бы даже сказал, такие страны, которые, в которых вы сомневаетесь. Но это может быть. Там, где Путин может поднять трубку и попросить. Еще раз, как человек бывалый, я советую вам проверять с адвокатом перед поездками куда-то, что у вас происходит на границе с этой страной. Потому что, может быть, предвкушая, что вы куда-то ездите часто, они подали туда, так сказать, просьбу об аресте для экстрадиции. Тогда сначала... А Путин может ради меня снять трубку? Да, конечно. Ну, слушайте, я сказал так. Если бы он мог помочь Соловьеву снятием трубки, он бы снял трубку. Чем же вы хуже? Вы антисоловьев, вы для него враг, без сомнения.